В Уральске ищут виновных в инциденте, в результате которого 10 школьников получили ожог роговицы глаз. В классе, где находились дети, оставили включенной бактерицидную лампу. С жалобами стали обращаться ученики 7 класса. Восьмерых родители привезли в травмпункт областной детской больницы. Еще двое вызвали скорую помощь на дом. Врачи диагностировали у всех 10 ожог роговицы глаза легкой степени. Школьная администрация пытается найти ответственных за далеко не самые безопасные лампы, которые висят почти в каждом классе, и уверяет, дети остались без присмотра всего на 5 минут. Школьники, между тем, идут на поправку. Сегодня утром я еще раз обзвонила всех родителей, и они мне сказали, что состояние детей улучшается, дети планируют прийти в школу, они получают лечение каплями.